Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк будоражит сердца поклонников информацией о своей болезни уже больше, чем год. И вот теперь новый этап. Ведь недавно стало известно, что она решила вернуться на телевидение. И эти слухи явно имеют под собой большое основание. Ведь сегодня СМИ опубликовали информацию о том, что они вместе с Жигуновым приняли участие в съемках программы «Прямой эфир», где ведущим, напомним, Андрей Малахов. По слухам, об этом рассказал близкий друг Жигунова, который хорошо знаком с ситуацией. И теперь поклонники обсуждают информацию о том, что во время съема программы с Анастасией Заворотнюк, где она подробно рассказывает о своем состоянии, оказывается, появился и Сергей Жигунов, который поздравил свою бывшую девушку с большим успехом в борьбе с ее болезнью. Мы также очень надеемся на то, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку, и ждем ее появления в прямом эфире. На нашем канале еще много интересной информации. Подписывайтесь и большой вам удачи!